В Японии под запретом окажутся анонимные криптовалюты уже в июне 2018 года. Согласно новым правилам, одних документов для регистрации будет недостаточно. Процесс регистрации будет включать непосредственное посещение биржи сотрудниками Агентства по финансовым услугам Японии с инспекцией, а также гарантирование соблюдения 5 критериев. Для повышения безопасности активы должны храниться на неподключенных к интернету серверах под надежными паролями. Для защиты от отмывания денег должна проводиться верификация данных клиентов, совершающих крупные сделки. Внутренние правила должны быть ужесточены, в частности, должен быть введен запрет на допуск акционеров к управлению процессом. Биржа должна гарантировать разделение клиентских средств и активов биржи, не допуская использования клиентских средств сотрудниками, а также биржи должны исключить из листинга криптовалюты с высоким уровнем анонимности. Последнее уже отразилось на таких альткоинах, как Zcash, Dash и Monero, которые за последние сутки потеряли в цене 7, 6 и 4% соответственно. Ранее получившие регистрацию биржи должны будут переключиться на новые стандарты.